Итак, всем привет. Сегодня я, наверное, снимаю первое такое видео. Это обзор. Ну, обзор, по-моему, не первый вообще, но обзор на книжки первый. Это видео будет обзором на книжки, которые я недавно получил по почте. Предоставил мне эти книжки Александр Феоктистов, который на данный момент занимается изданием и реализацией книг всем известного хорошо спортивного врача Юрия Борисовича Буланова. Вот. И вот он передал мне три книги, скажем так, в мою коллекцию. У меня теперь их шесть. Просто эти три книжки такие ровненькие, красивенькие, хорошенькие, новенькие. А три других, которые у меня были еще до этого, они уже такие помятые, пожмаканные, где-то водой подзалитые. Ну, то есть из-за постоянных переездов там в свое время по Киеву они немножко пострадали. То есть я их в сегодняшнем обзоре не покажу, покажу в следующем. А в сегодняшнем обзоре я коснусь трех книжек под названием «Анаболические строгены 3». Дальше «Анаболики внутренние и внешние». И «Питание для мышц, ума и тела». Вкратце буквально пробегусь по содержанию книжек, по тому, какого характера информация в них представлена и на что стоит обратить внимание, и вообще, почему эти книжки стоят того, чтобы их приобрести и прочитать хотя бы один раз. По факту, когда у меня спрашивают: «Саша, с чего начать историю изучения, ну вообще с чего начать изучение теории того же бодибилдинга или вообще спорта, как физиологии, так и работы с различными добавками, препаратами и прочее-прочее», я всегда советую книжки Буланова, потому что в свое время, еще там, 14 лет назад, он мне открыл, скажем так, глаза на многие вещи, которые в какой-то мере были до того, как я столкнулся с его книгами, с его статьями, определенными догмами, которые сидели в голове и не позволяли добиться каких-то вменяемых результатов, потому что оказалось, что, допустим, это невозможно, и все. Вот, допустим, углеводная разгрузка-загрузка, да, которую я когда-то использовал, взята у Буланова впервые, она на мне очень хорошо сработала. У нее, конечно, больше минусов, чем плюсов, если мы говорим о здоровье человека. Но спорт, в принципе, высоких достижений, вообще соревновательный спорт, он вообще, по сути, далек от здоровья как такового. И, скажем так, в спорте основная задача не умножить здоровье, а хотя бы его сохранить, хотя бы частично. Поэтому углеводная разгрузка-загрузка оказалась достаточно такой серьезной штукой для меня. Очень прорывной и там дала хорошие приросты по массе и прочее. Помогла тогда раскрутить уровень метаболизма на основании, там, скажем так, на том уровне моих познаний, которые были в тот момент, и она для меня казалась чем-то сверхъестественным. Вот. Я ее очень много хвалил. Сейчас я говорю о том, что я, в принципе, без углеводки вообще никогда не вернусь уже, и я не лукавлю. Но как способ проверить, на что способна вообще такая система питания, годится, в принципе, и изредка применять ее тоже можно, но в том плане, что после нее все-таки нужно будет все равно серьезно обратить внимание на свое состояние, свое здоровье и, возможно, где-то что-то подправить. Это вообще разгрузка-загрузка безуглеводная, да? Представлена вот в книжке вот в этой вот «Питание для ума и тела». Вообще книжка у нас о чем? Сейчас по оглавлению пробегусь, да, там, допустим, по содержанию. Ну, например, такие пункты в ней представлены: углеводная разгрузка-загрузка, глюкоза, знакомая-незнакомая, молоко, его продукты, соя, подарок Бога человеку, дикарбоновые аминокислоты, поливитамины, карнитин, пантотенат, микробы друзья и микробы враги, антиоксиданты, лецитин, пищеварительные ферменты, адекватность белкового питания, потребление воды и микроэлементов, ликвидация ОРЗ краткосрочным голоданием у спортсменов. Даже о краткосрочном голодании здесь есть материал. Л-карнозин, креатин, органические кислоты, любимая шипучка, фенилаланин, аргинин, тирозин, приложение 1 рибоза, приложение 2 миостатин.
Вот, по сути, книжка, да, вот, о питании, в общем, с небольшим погружением в детали определенных частностей, да, там, определенных веществ и нюансов их применения. Если говорить о описании там функции белков, жиров, углеводов, о раздельном питании, о игре белками, углеводами, жирами, как основа для этих знаний книжка подойдет на 100%. И как бы, да, вот сейчас попробую зачитать несколько цитат отсюда. Раздельное питание, как узкая отрасль диетологии, подразумевает раздельное употребление различных видов пищевых продуктов. Каждый пищевой продукт употребляется отдельно от другого, вот суть концепции раздельного питания. Различные виды пищевых продуктов употребляются при этом в различное время суток. Цель раздельного питания – максимально уменьшить гнилостные и бродильные процессы в кишечнике человека, а в идеале полностью свести их на нет при одновременном повышении переваривающей способности желудочно-кишечного тракта. То есть, по сути, во всех книжках информация дается в достаточно легком виде, легко усваиваемом и таком перевариваемом, да, и легко читается, на самом деле, если хоть немножко у вас есть там способности к аналитическому мышлению. И еще один момент. Все эти книги, ну, вообще все работы Буланова отличают один момент. Он очень хорошо учит развивать критическое мышление. Что касается отношения к информации, которая так или иначе касается спорта в общем, бодибилдинга в частности, фармакологии, питания и все остальное. Ну вот еще отрывочек. Можно ли устранить мощную кишечную интоксикацию всего организма? Это не только можно, а даже нужно и должно. Кишечника интоксикация по своим количественным характеристикам намного сильнее, нежели интоксикация выхлопными газами или табаком. И то сказать, прежде чем бороться за охрану окружающей среды, надо побороться за охрану среды внутренней. О воде, да, допустим, подробно. Так мы приходим к первому принципу раздельного питания. Есть и пить нужно в разное время. Вода проходит через желудок и 12-перстную кишку транзитом. В тонком кишечнике она начинает всасываться, в толстом кишечнике это всасывание завершается. Совсем иное дело твердая пища. Мясо, например, должно находиться в желудке не менее 7 часов. Мясо – это мышечная ткань, оболочки мышечных волокон состоят из коллагена и эластина. Перевариваются они с большим трудом. То есть, и вот, в принципе, на уровне основ дана достаточно подробная и глубокая информация, которой большинство кажется более чем достаточно для того, чтобы разобраться хотя бы в правильности питания, да, и как питаться. Вот, углеводная разгрузка-загрузка, пару цитат вычитаю. В чем суть метода? В том, что организм на определенное время полностью лишается углеводистой пищи. Затем углеводы снова включаются в рацион в тот момент, когда организм уже адаптирован к отсутствию углеводов. И это приводит к резкому увеличению силы и мышечной массы. Как это получается? Основную часть энергии организм получает из углеводов. Углеводы окисляются в митохондриях клеток, и освобождение таким образом энергии запасается в виде АТФ. Часть энергии рассеивается в виде тепла и поддерживает температуру тела на постоянном уровне. Это нужно организму, так как все биохимические реакции в нем требуют определенного температурного режима. Углеводы образуются в растениях путем фотосинтеза из углекислоты и воды. Ну, то есть, и тра-ля-ля, и тра-ля-ля. То есть, по сути, очень подробно описано, но очень легко читается. И, в принципе, после, что еще интересно, после прочтения материалов Буланова, скажем так, очень мало остается вопросов. По крайней мере, по той информации, которую мы уже прочитали. Да? Вот по кишечнику, по работе. По способности подавлять гниение в кишечнике вслед за ацидофильными продуктами следует кефир. Кефир – это не что иное, как самая настоящая грибковая культура, так как изготавливается он с помощью молочнокислых грибков. В эксперименте добровольцы принимали по одному стакану кефира в день на ночь. Уже через 7 дней из мочи исчезли все токсические продукты гниения, что говорит о полном прекращении гнилостных процессов в кишечнике. То есть у меня спрашивают, откуда ты взял, почему ты рекомендуешь кефир на ночь, там, да, особенно когда у людей сниженное количество углеводов в питании. Вот откуда. Ну, весь прикол в том, что это в практике работает. И уже много лет, по крайней мере, у меня. И вот, допустим, почему критическое мышление я упомянул? Потому что сам Буланов им обладал в должной мере и не мыслил догматами. И вот это очень хорошо просматривается, например, на его отношение к количеству белка, принимаемого в пищу, да, для спортсменов, допустим, на килограмм веса тела.
Какой бы спортивной или научной литературе мы ни обратились, везде подчеркивается, что период высокоинтенсивных тренировок, время использования анаболических стероидов, либо каких-нибудь других анаболизаторов, организм нуждается в повышенном количестве протеина. Если обычному человеку достаточно бывает 1 грамма белка на 1 килограмм веса тела в сутки, то высококвалифицированные атлеты в отдельные периоды своего тренировочного графика потребляют от 3 до 5 грамм белка на 1 килограмм веса тела в сутки. И дальше сноска. В последнее время появились данные о том, что максимальный положительный баланс, то есть азотистый, возможен при потреблении 1,7 грамм белка на 1 килограмм веса тела, то есть даже не 2. Но это положение еще нуждается в проверке. Но автор не утверждает нам, что нужно 2 грамма на килограмм веса белка и более, да? То есть, по сути, он придерживается нейтральной позиции и все-таки склонен больше оптимистично, да, да, быть настроенным в том плане, что все-таки можно не есть много белка. И, по сути, это подтверждается дальше. Вот его текст. В популярной спортивной литературе эти данные вряд ли когда-нибудь будут раскрыты, так как большинство спортивных изданий финансируется либо производителями продуктов спортивного питания, либо продавцами. Если даже прямого финансирования нет, то есть косвенное финансирование, то есть косвенное финансирование за счет рекламы и т.д. Естественно, что ничьей заинтересованности в пропаганде даже периодического урезания белкового рациона не будет. Какое бы издание, посвященное культуризму, мы не раскрыли, везде один и тот же лозунг – «Ешьте больше». Стоит ли удивляться после этого тому факту, что большинство культуристов выглядят старше своих лет? Постоянная перегруженность организма пищей и превращение его в своеобразную перегоночную машину неестественно повышает основной обмен и увеличивает количество свободно радикальных реакций в организме. А это одна из основных причин старения организма. Постоянная азотистая интоксикация и повышенное содержание в крови холестерина и жирных кислот тоже не омолаживают. Я не говорю уже о материальных трудностях, связанных с постоянным потреблением большого количества белковой пищи. Ну и тут вспоминаем те материалы и те выводы, да, там ту информацию, которую я давал, когда начинал говорить о голодании, там где-то год-полтора назад. История медицины сохранила для нас эксперименты группы русских врачей, которые касались лечения малыми дозами инсулина на фоне полного голодания. Ну, тут такие интересные факты, да, приводятся. И эти экспериментальные работы датированы 1946 годом. Каждый, кто хоть раз в жизни испытал на себе прожорливость, вызванную введением инсулина, по достоинству может оценить смелость и рискованность таких работ, ведь всем известно, как опасно бывает передозировка инсулина. В данном случае лечебный эффект достигался не за счет усиления анаболизма, а за счет значительного торможения катаболических процессов. Таким образом удавалось излечить даже легкие формы туберкулеза. Какой же вывод следует из всего вышесказанного? Думаю, что выводов можно сделать сразу несколько. Вывод номер один. Никогда нельзя слепо следовать ничьим рекомендациям, зная, что вся печатная информация кем-то оплачивается, значит, несет на себе коммерческий налет. Вывод номер два. Во всем следует соблюдать золотую середину как в питании, так и в фармакологии. Вывод номер три. Около золотой середины необходимо совершать колебания как в одну, так и в другую сторону. И, наконец, вывод номер четыре. Если вы хотите оценить правильность рекомендаций такой модной, еще молодой еще науки, как спортивная медицина, необходимо обратиться к науке намного более древней, которая называется медициной клинической, лечебной. Источники информации, проверенные временем и жизнями спасенных людей, не несут на себе коммерческого налета и заслуживают куда большего доверия. Вот, и вывод номер пять, это то, что, как ни крути, но большинству из нас недоступны, скажем так, услуги высококвалифицированных спортивных врачей, фармакологов, да, допустим, или спортивных там медиков, что касается лечения травм, или серьезных тренеров, методистов и все остальное прочее. И вот что касается бодибилдинга, как науки, как таковой, и специалистов, четко выделенных в отдельную индустрию, просто нет. И отсюда вывод номер пять, что каждый должен заботиться о собственном здоровье самостоятельно. И исходя из этого, должен искать информацию, изучать ее в колоссальных, огромных количествах тоже самостоятельно. Естественно, часто прибегая к помощи других профессионалов, других отраслей, там, из той же медицины, да. Но, так как каждый бодибилдер, идя по пути наращивания мышечной массы, что само по себе противоречит физиологическим нормам нашего организма, так или иначе бросает вызов, да, системе организма и системе в целом, соответственно, надеяться на то, что мы сможем найти где-то какую-то кладезь информации, который будет вот у нас
книжка, и там все четко будет описано, что как делать, не стоит. И опять же, туполобо применять те или иные приемы, которые вы где-то услышали, где-то прочитали в каком-то журнале, ну, еще где-нибудь, тоже не стоит. Стоит все критически оценивать, переосмыслять и перерабатывать информацию, проверять ее. Естественно, придется находить кучу другой информации, смежной, которая будет или подтверждать, или опровергать. Но так или иначе, это научит делать собственные выводы относительно того, что мы узнали и собираемся применять. То есть это нормально. То есть это процесс обучения и процесс заботы о собственном здоровье. И задача, в первую очередь, здоровье сохранить. Ну, а потом уже, естественно, добиться определенных спортивных результатов. Хотя у многих это стоит немножко по-другому расставлено, да, допустим. Вторая книжка «Анаболики внутренние и внешние». Да, вот. Она у нас уже идет о широком спектре анаболических средств, которые только можно себе представить, купить в аптеке, найти на кухне, в холодильнике, или там в саду, в огороде и прочее, или в лесу. Ну, так или иначе, эта книжка касается как лекарственных средств, как анаболических андрогенов, так и не стероидных веществ, которые в аптеке приобретаются, те же адаптогены там и прочее. Ну, сейчас оглавление прочитаю. Итак, средства внешние. Лекарственные средства, питательные вещества с анаболическим компонентом и питательные вещества, повышающие выносливость, средства, улучшающие усвоение питательных веществ, средства манипуляции естественными пищевыми факторами, средства витаминотерапии, биологические средства, генная инженерия, клеточная терапия, пересадка стволовых клеток, климатические средства повышения работоспособности и восстановления, средства внутренние, группа психотерапия, группа организационные средства восстановления и повышения работоспособности. То есть все, о чем знал Буланов, да, допустим, что касается средств усиления анаболических эффектов в организме, изложено в этой книжке. Как по препаратам, так и по способам и методам. То есть, вот, например, цитата. «В своей книге я постараюсь сделать акцент на те средства, которые не просто повышают результаты, а способствуют улучшению здоровья спортсмена, увеличивают резервы его организма. Спорт сошел с ума на почве химии. Дозы иногда в 100 раз превышают медицинские. Врачей в спортивной медицине просто нет. Эту специальность срочно оккупировали пенсионеры. Бабушки и дедушки, близкие к маразму, посылают на чемпионаты мира людей с пороком сердца. Для вида потыков трубочкой в грудь спортсмена. Смертельные случаи в спорте тщательно замалчиваются». То есть отношение Буланова к здоровью, к здоровью своему и здоровью спортсменов, оно было на первом месте на самом деле. Он сам давал консультации по фармакологии, по другим средствам восстановления в спорте, и как бы к нему там со всего бывшего союза люди ездили за консультациями. И его знания позволили ему, вот именно в спортивной фармакологии, позволили ему, допустим, насколько я знаю от него лично, сохранить свою жизнь, да, спасти себе после того страшного ДТП, в который он попал. Он перенес несколько операций, пролежал в больнице долго, и только знания спортивной фармакологии, которыми он там делился с врачом, который с ним работал и помогал ему выздороветь, да, после операции, после ДТП, после операции, вот позволили вот при совместном их применении вот этих вещей всех, позволили ему встать в какой-то степени на ноги. Естественно, все равно он остался инвалидом, да, там, и я успел с ним пообщаться вживую в скайпе, пока он еще был в здравом уме. Но на тот момент он уже очень долгое время проводил только дома. Естественно, это сказывалось на психике. Но как ни крути, именно знания его в спортивной фармакологии и вообще в физиологии позволили ему все-таки хоть так выжить, восстановиться и продлить свою жизнь после этой страшной аварии не в инвалидном кресле, а все-таки на ногах. Хотя из дому он особо не выходил, но это как бы уже другая история. Так, вот, например, интересная информация представлена, то есть очень много фактов, которые, возможно, вам и не понадобятся по жизни, да, но, возможно, в какой-то момент позволят найти определенные ответы на вопросы, которые возникнут у вас там через 5 лет практики. Например, существует такой очень интересный показатель, как
терный индекс. Это индекс показывает соотношение между длиной туловища и длиной ноги. То есть при высоком содержании в организме тестостерона мужчина будет иметь относительно длинное туловище при относительно коротких ногах и руках. Присмотритесь к атлетам, добившимся самых высоких достижений в силовых видах спорта, и вы увидите преобладание там людей с относительно длинным позвоночником при относительно коротких руках и ногах. Помните, я говорил, что успех в наращивании мышечной массы и вообще в потенциале величины мышц в первую очередь заложен именно в размерах позвоночника. Вот здесь у Буланова тоже есть наблюдение по поводу размеров позвоночника. Не спорт сделал их такими, просто изначально наиболее быстро прогрессируют люди именно с такими пропорциями. У женщин все наоборот. Высокое для женщины содержание тестостерона дает ей длинные ноги и руки при относительно коротком туловище. Если в организме женщины высок уровень эстрогенов, то такая женщина будет иметь относительно длинное туловище при относительно коротких ногах и руках. Из каждого правила бывают, конечно, свои исключения, но они достаточно редки. В основном картина такова, как я ее описал. Сейчас еще пару цитат возьмем. Например, вот тут, если говорить о препаратах, то ну, обо всем, о чем у него были знания, была информация, он здесь написал в книге. Например, адреналин. Адреналин обладает сильным противовоспалительным, противоаллергическим действием. Адреналин хорошо излечивает даже хронические воспалительные и аллергические заболевания. Малые дозы адреналина увеличивают внутриклеточную концентрацию ЦАМФ и повышают тем самым чувствительность клеток к нейромедиаторам и многим гормональным сигналам. Ну, информации по адреналину и по другим веществам, конечно, гораздо больше. Я так просто цитаты выбираю. То есть я навскидку просто открывал книжку, и, в принципе, каждый раз, когда я наугад открывал, я находил что-то интересное. То есть книги, на самом деле, достаточно такие емкие, объемные по информации, которая вас, в принципе, заинтригует и заинтересует. По адаптогенам, например. Адаптогены обладают замечательной способностью регулировать состояние центральной нервной системы. С помощью адаптогенов можно вызвать торможение основных нервных процессов, а можно, наоборот, усилить их появление. Маленькие дозы адаптогенов при правильном применении вызывают общее расслабление, некоторую заторможенность, снижение общей возбудимости. Помните, наверное, кто пытался принимать тот же женьшень или элеутерокок при маленьких дозировках, которые написаны там на баночках, именно вот ощущали как раз именно вот эти эффекты, как седатив небольшой, то есть и думали, и спрашивали, почему так получается, то есть вроде как адаптоген должен энергии придавать, а по сути маленькими порциями и все равно больше успокаивало и расслабляло, чем придавало тонус и заставляло двигаться, да. Вот, пожалуйста. Маленькие дозы адаптогенов при правильном применении вызывают общее расслабление, которое некоторую заторможенность, снижение общей возбудимости. Средние дозы вызывают умеренный стимулирующий эффект, создающий ощущение бодрости и прилива энергии. Возникает эмоциональный подъем. Чрезмерно высокие дозы могут вызвать перерыв возбуждения, появление раздражительности, бессонницы, чрезмерной агрессивности. То есть тот же элеутерокок надо было выпивать треть бутылки за раз, для того, чтобы получить именно крышеломный эффект. Наотропы здесь описаны. Ну, очень много веществ описано, но вот наотропы меня интересуют в первую очередь, тоже потому что, в принципе, с нервной системой я плотно работаю, и как ее восстанавливать, меня это тоже очень сильно интересует. И вот. Но, значит, мышление. Есть целый класс препаратов, так называемых ноотропных веществ, улучшающих мышление. Некоторые из них обладают способностью в умеренной степени усиливать анаболизм. В большей степени они ускоряют восстановление после больших физических нагрузок и излечивают от переутомления. Улучшаются внимание и память. Повышается умственная и физическая работоспособность, улучшается сообразительность и способность быстро принимать решения в экстремальной ситуации. Почти все ноотропные средства повышают устойчивость организма к гипоксии и в наибольшей степени устойчивость к недостатку кислорода нервной ткани. Под влиянием ноотропов происходит развитие мягкого анаболического действия. То есть, и на самом деле здесь очень обширно дана информация по куче веществ и по анаболическим андрогенам здесь тоже есть. Вот. Ну, это касается как раз именно книжка всех веществ, методов и способов, которые были известны Юрию Борисовичу, для того, чтобы усилить анаболические процессы в организме, да, что касается мышц, наращивания силовых результатов в силовых видах спорта. Вот.
И третья книжка на сегодня — это «Анаболические андрогены 3». И вот, например, чем эти две книжки отличаются друг от друга, да? Тем, что «Анаболики внутренняя и внешняя» книжка — это в общем по всем веществам, которые так или иначе могут оказывать влияние на рост анаболических процессов в организме, да, на их усиление. А уже «Анаболические андрогены» — это отдельный класс веществ, как бы описанных в той книге, да, и они подробно уже описаны вот в этом справочнике. Вообще, на самом деле, все эти три книжки объединяет одно еще дело такое. Это то, что кроме сухой информации по, скажем так, отдельным веществам, препаратам, добавкам и методам и способам, даются еще краткие рекомендации, как использовать там в тех или иных случаях, да, и в каких количествах, дозировках, какое время и прочее, прочее, что тоже немаловажно и дает определенное представление о том вообще, как, с чем обращаться, да, и прочее, прочее. Вот, и вот по анаболические стены, вот здесь оглавление, сейчас прочитаю, да, классификация анаболических стены. Андрогенов, мужские половые гормоны, виды андрогенов, практика использования андрогенов, влияние андрогенов на противораковый иммунитет, эпидемия фармакологической кастрации, гонотропин, оружие обоюдоострое, антигормоны, антиэстрогены, синтетические производные мужских половых гормонов, анаболические стероиды в современном рынке, полезные силы стероидов, самые частые ошибки в применении стероидов, в оценке силы действия стероидов на организм, прыщи от анаболиков, как избавиться, выведение стероидов из организма, принцип убывания предельной полезности в спортивной медицине, сочетание анаболических стероидов с натродными средствами, заменители стероидов и прочее. Вот. Видео на самом деле ни в коем случае не является пропагандой, да, средств, сильнодействующих веществ и прочих там запрещенных и незапрещенных, но опасных средств и веществ в спорте к применению. То есть я пропагандирую, скажем так, развитие мозгов, да, о чем я хочу в этом видео сказать. Я говорю о том, что прежде чем браться за что-то, даже за ложку перед супом, да, которую вы никогда не ели, стоит сначала изучить вопрос, какой ложкой этот суп есть, стоит ли вообще его есть, из чего он состоит, в какое время дня он вам будет полезен, в какое время вреден и прочее, прочее, прочее. То есть уже часто сам отложенный прием всяких веществ и препаратов на потом, а на данный момент поиск информации по ним в какой-то степени потом приводит к тому, что человек отказывается от применения веществ, потому что все-таки действует по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». И я этот принцип всячески поддерживаю, потому что здоровье у нас одно, дается один раз, и как бы наша задача его сохранить по максимуму и прожить красочную, да, там, и полную сил жизнь, да, причем как можно дольше, приносить пользу себе и обществу, и там радоваться жизни, и не огорчать своих родных и близких. Поэтому по факту эти книжки, они в какой-то степени тоже не пропаганда веществ. Это книжки имеют чисто информационную составляющую, и во всех них везде одной большой красной строкой идет мысль о том, что применение в первую очередь собственного мозга и его способностей никто не отменял. Это первостепенная задача. И чем больше вы думаете, чем большим количеством информации владеете, тем меньше веществ вы будете использовать и, возможно, не будете использовать их вообще, а найдете другие способы для увеличения своих силовых результатов, там, скоростных результатов или набора мышечной массы. Вот, поэтому многим стоит эти книжки прочитать только для того, чтобы понять, с чем они собираются связаться, и потом уже не хотеть связываться с тем, о чем они прочитали. Потому что, ну, все-таки это удел такой скользкой дороги называется. И не имея достаточно обширных, серьезных знаний, которые вы можете развить в себе только самостоятельно, то есть ни один специалист вам эти знания целиком из своей головы в вашу голову не перегрузит, я бы не связывался с вашим, на вашем месте даже с, казалось бы, безобидными веществами типа там элеутерокока или женьшеня, которых я там упомянул ранее, да, в мегадозировках для того, чтобы повысить свои результаты на тренировке. Прежде чем даже браться за адаптогены там, или за те же водорастворимые витамины и за
и использовать их в каких-то специфических ситуациях, все-таки стоит сначала изучить полностью от и до состояния своего здоровья, как желудочно-кишечного тракта, так и сердечно-сосудистой системы и, там, и гормональной системы. Да. Для того, чтобы понимать, какими веществами вы можете помочь, а какими, наоборот, усугубить или угробить, да, и без того уже шаткое свое положение. Поэтому, если, не дай бог, у вас есть проблемы какие-то, поэтому вслепую однозначно даже самые безобидные средства лучше не применять. Вот. И вот пару цитат, допустим, из книжки. Снижение потенции вообще характерно для спортсмена высокой квалификации из-за постоянных нервно-психических перегрузок и соревновательных стрессов. Бесконтрольное и безграмотное применение усугубляет ситуацию. В малых дозах анаболические повышают потенцию у мужчин. Фармацевтические дозы применяемые короткими курсами, входят во многие схемы лечения мужской импотенции. Назначаемые на протяжении 1-2 месяцев в дозах не более 50 мг в неделю в сочетании с препаратами, укрепляющими нервную систему, приводит к выраженному улучшению половой функции. Длительное применение больших доз приводит к импотенции. Одни и те же лекарства способны как улучшить половую функцию, так и ухудшить ее в зависимости от дозировок. То есть, и вот в таком духе, в принципе, вся книжка написана. А по сути-то Юрий Борисович в этом абзаце описал просто на самом деле терапевтические способы и медицинские способы там, решения там, проблем с половой там, дисфункцией, например, в половой сфере. Да? То есть он в принципе описал применение препаратов и тех препаратов, которые как раз были созданы для того, о чем он написал. И в каких дозировках это все применяется, а не по грамму в неделю или по 2 грамма в неделю. Точно такие же принципы лечения половыми гормонами и анаболическими позволяют избежать атрофии собственных половых желез. В отличие от глюкокортикоидов, андрогены анаболические короткого действия следует принимать не утром, а вечером, один раз в день, так как в вечерние часы количество половых гормонов в крови минимально. На следующий день необходимо сделать перерыв, лишь на третий день приема препарат можно повторить. В день приема по механизму отрицательной обратной связи количество гонадотропного гормона уменьшается, однако на следующий день возникает феномен маятникообразной отдачи. Выброс в крови гонадотропного гормона возрастает, и это стимулирует собственное половое железо, которое увеличивает выработку тестостерона. На следующий день приема активного препарата вновь повторить и т.д. При интермитирующей схеме лечения анаболические можно применять значительное время, при этом не бояться атрофии собственных половых желез и нарушения сперматогенеза. Такая схема лечения позволяет избежать многих осложнений, но ее тоже нельзя применять слишком длительно. Антитела к препарату все равно вырабатываются, независимо от того, по какой схеме его применяют. Эффективность лекарственного средства может снижаться. Но, опять же, если читать очень внимательно, то, о чем я только что прочитал, касается именно восстановления уровня собственных гормонов, а не набора мышечной массы. Да? То есть, и вот... И об этом как бы и не было написано, да, по сути. Но многие там захотят увидеть то, что увидят, да, захотят увидеть, да, и подумают, что это способ еще мясо наращивать. А на самом деле это описан один из способов, который кому-то помогает, кому-то нет. Но все-таки он существует, он описан по восстановлению, там, допустим, своей функции половой системы. По поводу влияния на генетический аппарат. Избыток мужских половых гормонов андрогенов может вызывать определенные поломки генетического аппарата клеток. У людей с выраженной гиперандрогенемией относительно легко наращивается мускулатура, но в то же время очень часто наблюдается развитие злокачественных опухолей. Поэтому давно уже замечено, чем больше мышцы, тем короче жизнь. Перекликается, кстати, с книжкой по питанию для мышц ума, да? Там, где про белки было написано. Большинство великих спортсменов умирает от рака, но не спорт тому виной. Есть общая причина больших спортивных достижений и ранним образованием опухолей. Причины эти – генетические аномалии. Помимо мутаций могут происходить и другие изменения в генетическом аппарате клеток, которые позволяют наращивать относительно большую клеточную массу. Допустим, мышечная клетка выросла в длину и толщину до определенных размеров ровно настолько, насколько позволял ее генетический набор – норма реакции. Казалось бы, предел достигнут, однако самое интересное еще только начинается. Если продолжать подвергать такую клетку дальнейшему тренировочному воздействию, то происходит удивительная вещь. Длинная молекула ДНК подвергается продольному делению или просто, попросту говоря, раздваивается. Вместо одной молекулы ДНК возникают сразу две. Речь идет о клеточном ядре.
А клетка при этом не делится. Мышечные клетки взрослого организма не способны к делению. Однако масса клеточного ядра возрастает за счет увеличения массы ДНК и удвоения генетического материала. Теперь клетка снова может расти. То есть опять строить дополнительные белки. Набор генетического материала ей это позволяет. Так начинается дальнейший рост до тех пор, пока возможности генетического аппарата клетки вновь не будут исчерпаны. При дальнейшем увеличении нагрузок вновь происходит продолжительное деление молекулы ДНК и вновь продольное деление молекулы ДНК и вновь потенциальные возможности клетки удваиваются. Теперь эта клетка уже имеет потенциал в 4 раза превышающий исходную величину. И это не предел. В эксперименте описано 32-кратное увеличение количества исходного генетического материала, 5-кратное деление. Но это только в эксперименте. В реальной жизни все несколько сложнее из-за множества факторов, лимитирующих рост резервных возможностей клетки. То есть в этой же книжке описаны интересные достаточно факты по тому, за счет чего увеличивается количество белка в клетке, да, то есть увеличивается количество митохондрий, увеличивается количество миофибрил и увеличивается количество ядер, да, вот почему. Опять же, по влиянию тренировочного процесса на ДНК, естественно, по гормональному влиянию на ДНК. То есть, и по сути, уже повторюсь, книжки не являются призывом к действию. Что касается вычитать из них что-нибудь и сразу применять. Но книжки являются достойным поводом почерпнуть достаточно большое количество очень интересной нестандартной информации, систематизированной, уложенной в такие маленькие брошюрки по 200 страничек. Тут 200-300 страниц. Да, тут 200 с чем-то, 200 с чем-то, и тут почти 300. И очень легко усваиваемые, очень легко читаемые, быстро. И при этом колоссальное количество информации остается в памяти, потому что все логично, все уложено и достаточно интересно. И вот повторюсь, это в принципе у любого бодибилдера, у любого силовика эти книжки, как по мне, должны быть настольными. Хотя бы для того, чтобы периодически освежать в памяти своей всякие основные понимания, понятия касаемо того спорта, которым мы занимаемся, и его основ. Вот. Так что, кого заинтересовали книги, можно обращаться к Александру Феоктистову. Ссылки на его аккаунты в соцсетях, через которые он занимается продажей книжек, внизу в описании под этим видео. У него можно заказать вот такие книжечки Буланова, 3 штуки, и другие книжки Буланова. Там их, по-моему, если не ошибаюсь, больше 10 наименований. То есть по 3 другим книжкам я в свое время, в скором времени, да, сниму еще обзорчик. Вот. Да, промокод для скидки, да, на эти книжки и на другие книжки Буланова. Biberite. Ну, он тоже будет написан в описании под этим видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комментарии под этим видео. Можно даже начать там обсуждение по поводу того, кто еще читал, еще интересного. Накидайте еще литературы, полистаем, посмотрим, может что-нибудь найдем, еще сделаем еще обзор на какие-то книги. У меня есть дома еще пара-тройка интересных книг, которые уже являются не авторством Буланова, а не больше как учебники, но я по ним тоже сделаю обзор, потому что там тоже достаточно много интересной информации, которую стоило бы знать подавляющему большинству не только атлетов, а еще и тренеров, да, тех же фитнес-клубов. Вот. Ну, а сегодня буду закругляться. Подписывайтесь на курс тренировок переформатирования. Учитесь тренироваться нестандартно, тренируйте вашу нервную систему, заставляйте ваши мышечные клетки и мышечные группы проявляться по-новому, учитесь набирать мышечную массу, при этом сжигая жир, да, и тренируя собственную голову, потому что мышцы вы все-таки будете набирать собственной головой, а не ручками-ножками, по сути, оказывается. Ну и Буланов об этом тоже, кстати, немало пишет, хоть и в контексте... Вот, заходите к нам в гости в Инстаграм, заходите в группу ВКонтакте, заходите к нам на сайт.
Заходите к нам на форум, задавайте вопросы в специально отдельной теме на форуме для задавания мне вопросов и давания, ну и на них ответов. Ссылочка на все эти вещи, которые я только что сказал, тоже находится в описании под этим видео и в подсказках к этому видео. Вот, а на сегодня, пожалуй, все. До новых встреч в новых видео. Пока.